Ход работ на трех объектах в Киренском районе, которые создают в рамках национальных и федеральных проектов, проверил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Через реку Макаровка строят мост грузоподъемностью 100 тонн. На эти цели в рамках НАС-проекта «Безопасные и качественные дороги» направлено более 400 миллионов рублей. Специалисты уже установили опоры, сделали подъезды к объекту. Тем временем в селе Макарово возводят дом культуры на 100 мест. На его строительство направлено более 47 миллионов рублей. Сейчас работы там выполнены на 20%. Игорь Кобзев поручил взять этот объект на особый контроль. Также в Макарово начали капитальный ремонт школы. Специалисты заменят оконные блоки, утеплят стены, обновят фасад, отремонтируют кровлю. Работы идут в рамках госпрограммы «Развитие образования в Иркутской области».